Приветствую вас на моем канале разборов телепередач психологических обзоров от Оксаны Гетьман. Сейчас я вам расскажу, как Ксения Мишина объясняет, почему она выбрала именно Александра. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше, все-таки Леша или Саша. Вот что говорит Ксения Мишина. Конечно, закончилась только телевизионная часть истории. Жизнь продолжается, и для меня это всего лишь начало. Так много споров о том, каким должен был быть мой выбор, сердце или ум, опыт прошлого или смелость и надежда на будущее, страхи или доверие, решать только мне. Главный вывод, который мне подарила судьба на этом проекте, не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того, кто может компенсировать недостающее, нужно быть наполненной и самодостаточной, и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером, увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего, Саша или Леша. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!